Доброго времени суток, ребята. Прошу прощения, но перед просмотром видео, пожалуйста, налейте себе чай, кофе, покушайте хорошо, потому что буду показывать праздничный стол. К нам придут гости, мы все время на Крисмас собираемся вместе. Привет, жена. Как ты здесь? Хорошо. А что ты делаешь? Такое вкусненькое. Закуску. Кабачки, да? Нет, какие это кабачки? Ну, давай. Баклажанчики. Блин, баклажаны, да. Смотрю на баклажаны, говорю, кабачки. Ну, это классно. Так, слюнки уже текут. А что там дальше у нас будет? Ну, там салатик один такой есть еще. Салатик. Вот он, салатик из свежих помидор, огурцов, это понятно. Вот он. А вот эти кругленькие штучки, как они у нас называются? Сыр? Боканчини. Слышали? Это сыр. Боканчини. Как моцарелла. Сейчас мы вот сюда, наверное, майонезика, да? Хелманс будем давать, да? Да. Угу. Это с крабовых палочек. Салат. Крабового мяса, скорее всего. Салат из крабового мяса. Ну, так, и еще зелень здесь есть. Ох! Еще вот здесь зелень. Ну, зелень мы любим вообще-то. Мы такие травоядные. Ну и у нас вот там, а что вот там внизу, жена? Ух ты, вот это да, подожди. Рыба тебе ничего не говорит? Это что у нас, утка? Утка. Уточка. Но самое интересное это рыбка, а ну просветить ее. Вот так, такой карп. Ребята, я сам рыбак, но я этого карпа поймал в одном интересном магазине. Вот такая фаршированная рыба. Само собой, там картошечка. Вот такие грибочки жена приготовила. Вот они, как раз. Еще пара идет. Вот такие грибочки. Там помидорчики, апельсинчики, потом ягоды, виноград. Кстати, вот это все в Канаде, я бы сказал, очень дешево. Даже на? Вот та коробка апельсинчиков, там, наверное, килограмма 3-4, стоит $3. Потом помидорчики вот те стоят, да, приблизительно такие же цены. А вот ягода я не знаю. А сколько вот тебе ягода? $4. $4, да? Понял. Там еще... А, там еще черешня, забыл. Ха. Да. Ну, такая черешня. Блин. Надо чуть-чуть подальше. Вот такая она черешенька. Короче, там... Ананас. Вот такие огромные ананасы у нас стоят от $1 до $3, да? $3 вот тот огромный ананас, да? Ага, окей. Я его вытяну. Ух, ананасище. Блин, еще что-то испорчу. Ну, мы их так ставим, чтобы он созрел, а потом... Быстренько кушаем на работе. Вот такой ананасище. По сравнению с женой. Ух, ананасище. Короче, вот как бы так. Так, ребята, все. Иду, я помогу посуду, надо помыть. Ну и само собой стол сниму. Было бы очень хорошо. Да-да-да, жена, все, иду. И вот такой он праздничный стол.
всякой штучкой. Вот как бы вот такой он стол. Так. Гостям мы тоже приготовили подарочки под елочку. Кто приходит в гости, мы тому подарочек. Это наши кумы. Спасибо, кума. Здоровья. Спасибочки. Сразу? Да. Дякую, Ростик. Все нормально. Чисто. Спасибочки. 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 Да. Хорошо, что мы не подарили вам такой. Глаза большие. Я такой взял руку. А ну, покажи, Игорь. Там такого не было. Ну. Классно. Мы взяли два, и тот, и тот. И давай подарим Анжеле той, потому что он беленький, а у нее все беленькое. Давай подарим ей тот. Ну вот, у нас такой же. Мы тоже купили такой, только другие еще взяли. Спасибо. Изюа. На здоровье, это ты распакуй, я не знаю, где. А, окей. Так, пришла наша вторая пара гостей. Привет, Даринка. Это мой подписчик Даринка, видеоблогер. А я нет, разве не подписчик? Ты, конечно, у тебя Ютуба еще нету, даже открытого. Привет, как дела? Хорошо. А тебе идет? Да, спасибо. Да. Может, заберу. А ну-ка, ближе. Здравствуйте. А ну, как идет ближе? А я не это видела. Настя. Ух ты. Наташа. Ты мне фотку сделаешь? Подожди, сейчас. Я тебе видео сниму. Нет, он снимает видео. Зовут Наталья, это наши друзья. Сова. Ух. Красивые. Вот такие натуральные игрушки я люблю. Потом. Вот он. Белочка. Олежка. Маленький, с рогами. И вот такая елочка. Всем всего хорошего. Всем пока. С наступающими.